куда мы едем? Мы едем на гору, которая называется Редонда. Гора круглая. Гора. 373 метра над уровнем моря. И 8 минут такой дороги. Ну, как бы дорога оставляет желать лучшего. Так, Глаз! А говорят еще, что в России нет дорог. Да ничего, все у нас есть. Дорогие дороги. Он останавливается, начинает двигаться в голову. Это пипец. Там будет солнце, и сильно пахнет полога. Ну, собственно, вот, наконец-то мы по этой жуткой дороге добрались до этого невероятного вида. Гора Редонда называется. И посмотрите, какой здесь вид. Посмотрите, просто открывается невероятный вид. Такие домики на вершине, магазинчики. О, качели прикольные. А, кафе. Сейчас прокатимся. А все что ли? Она не раскачивается. Максимум.